Вот это была бы настоящая война. Всем добрый вечер. Вы на StopGame.ru, с вами StopGame.ru, Константин Тростенюк, Леонид Давыдов, Игорь Суров и замечательная бета-версия Battlefield 4. Такая же прекрасная, как и все остальные бета-версии любой игры от DICE. Мы наконец-то загрузились. Здесь есть целая одна карта, на которой можно уронить небоскреб, и целых два режима для нее. Это Conquest Large, хороший, и Domination, отстойный, который в Close Quarter был Conquest Domination, но чтобы хоть как-то его обновить, DICE решили просто отрезать Conquest от его названия. И типа он теперь новый. Next Еще... Gen. Да, Next Gen на режим. Мы все рассказали вам. Пока. Да. Здесь есть большое здание и даже немножко графона. Ну нет, на самом деле графона много. Я Красивая смотрю, игра. Начали это здание сейчас уничтожать потихоньку. Я попробую... Уже сразу? Идиот. Попробую показать, как оно упадет. Сверху особенно. С лучшего ракурса. Наверх я никуда не заберусь. Почему? Во мне отреспись и заберешься. Я не мертв. А, ну сейчас умрешь. Вот так вот выглядит одна из карт четвертого Battlefield. Она совершенно очевидно выросла из дополнения Aftermath. И схожая архитектура, те же подземные толчки. Разве что одно здание... Ой, не падает на другое. Возле меня что-то взорвалось, поэтому я побегу отсюда. В четвертой батле теперь 5 человек в отряде вместо 4. Next Gen же обязывает. Что прикольно. У снайпера отняли... Ой, у... Да, у саппорта... Но я хотел об этом как-нибудь трагично потом сообщить, но ну, да. Ладно, давай. Да, у саппорта забрали C4, сделали этот класс еще менее полезным, чем он был. Вернули C4 снайперу. Да. Добавили телевизоры везде, где только можно. Да, можно смотреть телевизор. На тигра какого-нибудь или на какие-то клетки и младенцев. Я сейчас в лифте еду и смотрю на младенцев какого-то. Ну вообще, по первым впечатлениям, Battlefield 4 это такой хороший контентный патч для Battlefield 3. Слушайте, мне сейчас очень понравилось. Я сел в лифт в этом большущем здании, чтобы на самый верх подняться, но лифт как бы ехал, но как бы я остался на первом этаже, и дверь открылась. Вот. Бывает, сломался. Да. Ты не прокачал свой лифт, чтобы он ехал правильно. И не купил DLC за $20, наверное. Да, с собственным лифтом. Не, на самом деле, ладно, мы так тут, ну, не то что утрируем, но, в общем... Пока... Но пока Battlefield 4 не вызывает того восторга, который вызвало Battlefield 3. Ну просто потому, что этот... Ой, восторг, он... Ой, как раз и пришелся на Battlefield 3. Тем не менее, что здесь есть интересного? Во-первых, это Levolution. Мочилово произросло ввысь. Здесь можно обрушить здание, огромный небоскреб, причем... Действительно обрушить, оно не само упадет. Нужно сломать целых 4 колоночки. Кто-то говорит в voice chat, ненавижу, когда это происходит. Потому что отключить его, кажется, нельзя. Да. Ну, это тоже будет в DLC, наверное, потом, когда-нибудь. Например, танк. Танки теперь можно обмазывать с камуфляжами. Розового пока нет, но я надеюсь, что однажды появится. Изменили систему... перезарядки. Вот, падает. Я мчусь просто на танке. Ну, вот сверху я как чтобы раз посмотреть. Сейчас. Но приехал уже только к пыли. Ну, честно говоря, он ужасно падает, если посмотреть сверху да, где-то. Да, это просто полный позор. Я не уверен, что это вообще возможно починить, поэтому готовьтесь к тому, что все так и останется. Как только падает здание, на карте появляется много пыли, которая затрудняет обзор. Вызывает дьявола, начнем с этого. Да, вызывает дьявола, но затрудняет не настолько, не так сильно, чтобы потребовалось срочно юзать, например, тепловизоры, что довольно грустно, как мне кажется. А еще здесь вообще непонятно, когда ты в технике, и по тебе кто-то попадает. Да, и перестал танк пиликать, когда Джилин на него наводится. Нет, пиликать. Пиликать, но не всегда. Ну, то есть я вот прям натыкался на это добро. Как-то не срослось. Еле-еле душа в теле.
вообще. Все, я сейчас превращусь в медведя, поэтому вылезу из своего танка. Какой медведь, о чем ты? В горящей машине. Ну как, в горящей машине. В очевидном медведе. Так, давайте я уже к вам, что ли, подключусь. Давайте потихонечку организовывать общие цели. Давайте полетим в вертолете. Ну давай, чтобы мы все умерли вместе в нем. Умрем все вместе в вертолете. Ладно, выгрузку я потом покажу. В общем, одна из фишек, одна из штук, которые придумали в DICE, чтобы как-то стимулировать командную игру, это общие командные перки. Поправляйте меня, кто знает, если я ошибусь сейчас. Мы, может быть, потом даже почитаем ваши комментарии, хотя нет, на самом деле. Вот. Над нашим сквадом есть такая полосочка с тремя делениями. Это командные перки. Их есть пока два типа, offensive, defensive. Это все те же знакомые по Battlefield 3 увеличение скорости, количество переносимых гранат, улучшенное подавление и прочее, прочее, прочее. Когда вы зарабатываете очки командные, эта шкала у вас заполняется. Соответственно, по одному перку добавляется. Сейчас я вот так красиво полечу, чтобы видно было. Если что, я слева. Ты слева. Хорошо, я буду иметь в виду, на нас летит со всех сторон. Недалеко будет. А еще... Да, отлично. Так, погодите, я еще не закончил. Ну давай. Фишка в том, что не обнуляется этот счетчик до тех пор, пока жив хотя бы один член отряда. Как только умирают все, эта шкала... Вспышки у меня еще не отреспаунились, поэтому готовьтесь. Я уже выпрыгнул. Уже выпрыгнул? Да. Меня прям там... ведет во все стороны, но нормально. Да кто по нам стреляет, я не понял. Да кто-то с респауна, с пулеметов, да. Вертолетов. Опять летит. Все, десантируйтесь, да. Десантируйтесь. Я сыграл почти в медведя. Вот, соответственно, весь наш отряд только что умер в вертолете, поэтому наши командные бонусы обнулились. Нет, не обнулились. Нет, я жив. Кто-то выжил. Хорошо, хорошо. Да, я тоже жив. Ну, в общем, да, когда ты остаешься последним, тебе дают какую-то фишечку. Вот мне написали Last Man and Squad как раз. Вот, это означает, да. Что на тебе великая ответственность, ты отвечаешь за наши командные бонусы. У нас... Пошли бы брать. У нас пассивный командир, как всегда, никто не хочет отдавать приказы. А это значит, что мы Джой Райт. Вот это. Ладно, пойдем на Б. А мы сейчас за китайцев играем? Да, мы сейчас играем за китайцев, мне это не нравится. Я ну, за Русь у тебя сейчас очень клевая маска, между прочим. Ну и что, я патриотически настроенный молодой человек. Я хочу играть за Америку. Сейчас я покажу офигенный, крутой прием. Тактика. Сквозь. Нет. Тактика. Там враги побежали. А, ты закрываешь эти? Да, я закрываю там ворота. Отлично. И сам не успел, да? Не, почему успел? Танк едет вражеский сюда к нам. Да он сюда не заедет. Ну, сейчас он сверху. Вот такую штуку дали саппорту вместо С4. Это странноватый гранатомет. Я пока еще вообще похоже ни одного человека не убил. Техника. Похоже на ракетницу Пира в Team Fortress, на самом деле. Вот она что-то. Да, немного. Да, да, да. Вообще не уверен, что из этой пугалки можно кого-то убить. Давайте на... Убить самое интересное, можно, что из гранатомета я тоже убить никого не могу, с медиковского. Почему-то, даже в упор. М-302, ой. Да, из 320-го, хотя раньше он разбрасывал там на будь здоров просто людей. Ну и то же самое, что и было раньше, короче, РПГ, все такое же никчемное по... Урона по... Ну это да, правильно, так и должно быть. Да, это правильно, то есть плохие люди так делают. Почему правильно? Вот потому что это... Прикольно тем, там что был Карл Густав. Карл Густав, да. Так вот, Карл Густав, насколько я помню, он противопехотный. Ну да, но ну и здесь все. Даже такого нету, что взять какой-нибудь РПГ и пошмалять по нему. По пехоте. Хватит уже метро. Ну, это DICE надо говорить, хватит метро. Сделали бы они большие карты, как в том же Bad Company, и было бы все нормально. Давайте на респаун и за Е пойдем. Ну ок. Ну ща, я убьюсь. Да ты зачем убиваться? Иди там куда-нибудь в другое место, если хочешь. Погнали. Не, ну мы же команда. Команда, да.
Ну, расскажите, вот как вам Battlefield 4? Ну, давай вон Игорь пусть сначала расскажет. Я потом пореву, поору, короче, поною и так далее. Ну, мне нравится, что он стал более кодоподобен. Школяр гнусный. Нет, на самом деле здесь мне нравится, что персонажа стал чувствовать нормально, как в том же Call of Duty. И это больше не какой-то болванчик, это действительно ты играешь... У него своя история. Да, у него характер есть. Все серьезно, как в Call of Duty. Короче, я хрен знает, но вот у меня все точно до точности до наоборот. То есть я прям лютейше ненавидел колду за то, что там нету отдачи у пушек, нету. Ну это уже другое, это уже другое. То же самое я имею в виду. Вот ощущение, то, что ты сказал, как раз ощущение солдата, оно в колде полностью, на мой взгляд, отсутствует. А в батле оно прям в третьей, в частности. Оно прям на отлично себя передавалось. Перед нами сидит чувак, я его подсветил. Подсветил. Вот. А здесь, во-первых, убрали мою любимую цветовую гамму, но это, я так понимаю, единственный вообще в мире человек, кому нравилась цветовая гамма Battlefield 3. Ну, пока ее не убрали, ее просто нет на этой карте. Да, я напомню, что в бете BF3 тоже ее не было, только в релизе добавили. Ну ок, ну то есть есть надежда, что она останется, окей. Но правда, что-то многие говорят, что это как раз отлично, что ее нет, но я прям, не знаю, я опечален этим фактом. Вот. Во-вторых, сделали реально, оказуалили, как Костя говорил в Блиц-ревью Игрозора, типа не орите, что оказуалили, но, блин, реально оказуалили. Трассер от снайперки просто неимоверный какой-то. Стрелять, чтобы попасть нормально в голову, нужно стрелять вообще непонятно куда. То есть, если раньше ты мог по прицелу там М98 определить примерное расстояние до вражины, да, стрельнуть там на пару миллиметров вверх и быть счастливым при этом, ну там убив врага. То сейчас уже вообще нельзя. Просто ты стреляешь просто наугад в сторону противника и радуешься, если ты попал. Ну, мне кажется, что это все из-за бета тут. Ну, может быть, нет. Нет, я видел видео, где нету калибровки у танка. Я думаю, что у того же снайпера нет нормальной калибровки. Нету, нету. Я поэтому говорю, что сзади. Вроде бы. А он там сверху, что ли? Да, сверху, вон. Ага. А, это лодка вообще. Да, здесь есть летающие лодки, они действительно появляются. Мы когда играли с Костей, короче. Когда там дня три назад летели на вертолете, и нас. И навстречу нам летела лодка. Да, с крыши небоскреба нас расстреляла лодка. Это был очень интересный опыт. Необычный, я бы даже сказал. Вот. Давайте Д брать. Да. Нет, вообще, мне кажется, странно, что только одно здание здесь можно обрушить, да, и вот взять хотя бы еще одно. Ну, вообще не сделали того, о чем просили фанаты нормального разрушения, чтобы в домике, да, как в Bad Company 2. Bad Company 2, да. Но правда, в Bad Company 2 там все-таки домики были... Ну, домики были поскромнее, но любое разрушение было критически важным. Да. Вот сейчас в упор чувака из РПГ выстрелил, у него был там 30 хп, но я все равно его не смог убить. В BF3 такая же проблема, кстати, была до сих пор. Ну, то есть она остается. Там тоже из РПГ в упор нельзя убить человека. Угу. Ух ты, я хотел спасти Игоря, но напоролся на инженера на вражество. Я зарезал человека, только что. Кстати, тут можно... еще нету контр-удара, да, есть, ножом? Есть, но есть, непонятно, есть, как он действует. Как его включить? Там, короче, если вы чувствуете, что сзади вас кто-то есть, надо нажимать на кнопку F. Вот, и тогда... Меня обмажили C4, взорвали, короче, я падаю. Ну, что значит чувствуете? Просто слышишь или... Ну, если твое очко чувствует себя то как-то необычно, кнопку, да? То нажимай кнопки. Вот один раз мы... На какую точку доставить вас? Я на, мы на D сейчас все идем стремительно. Окей. Давай туда подлечу тогда. Я убил нашего мужика только что. Да, вот это, если что, там, кто меня смотрит, я стреляю из ручного пулемета. Мне даже на сошки не надо вставать, чтобы убивать людей. Еще у инженера теперь здесь 5 ракет. Да, и он может убить один танк целиком полностью сам. Да, это тоже, мне кажется, это не очень, очень правильно. Это очень плохо.
Просто вот ужасающе. Два инженера могут разорвать танк в клочья просто вот на раз, два, три. Ой-ой, я сразу прилетел на снайпера какого-то. Ну да, вот эта карта, ее проблема в том, что крыши, в том, что лифты. Потому что половина команды первые три минуты дрочит крышу С. В принципе, это не так уж и плохо, ну, сравнительно не так уж и плохо, потому что дрочить ее можно по-разному. Туда можно прилетать на вертолетах и хорошо выбивать засевших. Но практика показывает, что обычно на паблике не происходит, не да, не происходит никогда смена команды, доминирующей на С. Зажало дверью лифта, я перебью тебя. Я реально спасибо за эту ценную информацию. Нет, я застрял, я не могу ничего сейчас делать. Сейчас я прибегу, посмотрю, кстати, на это. Все, вот. Все, вот. Мы как бы доехали до верха, оказывается, и меня выпустило. Ага. Ну, багов здесь достаточно. Например, вот сейчас нет текстур в лифте, но они появятся через пару секунд. Через пару часов. Вот, мы доехали и... Ой. Тут какая-то война, да? Происходит. Да. А вы наверху, что ли? Да. Мы на Д. Так. Ой, я упал. Я тоже упал. Ну, ладно, Д наша, тогда мы пойдем на Б, например. Возьмем танк. Вон стоит что-то. Машина какая-то. У нас стреляют, кстати, неистово. Прыгай. О, тачку на прокачку. Человек. Не, человек выстрелил. Стой. Ай, стоп, вообще туда не надо ехать, стоп. Там два танка, спасибо. Да, там два танка, надо идти понизу. Снизу тоже танк. Снизу нет никакого танка. Вот он, есть, я здесь снизу. Там человеки. Но они пасут. Вот на цепь. Ой-ой-ой, много человек. Сколько их тут? Да. Убил. Воткнись, ой-ой, что ли, в комменты. Сейчас, подожди, я пока воюю. Ну вот как. Как тебя довоюют. Сейчас, да, посмотрю. Справа и слева там. Вон он, сзади. Они не лежат, их там трое. Ой, Костя в голову втопил. Ну тут не важно, это я. С другой стороны, где куда моя РПГ полетела. Я аптечку, в общем, бросил, так что если кто-то сдохнет, ага. Вот вам аптечка. Аптечка, кстати, улетает просто на 5 метров вперед, да. Вверх куда угодно, но не знаю. Смешная штука. Кидает. Плюс тут на первом уровне прокачки почему-то не дают нормальные мешки с аптеками и с патронами. И дефибриллятора нету. Сразу. Я вот только сейчас его открыл в итоге. По умолчанию его нет. Я не помню, как в BF3 было. А, в BF3 тоже там было, что сначала ты просто стреляешь по всем, только потом прокачиваешься. Да. Сначала убиваешь людей, потом можешь их воскрешать. Еще хотел сказать, что вот в бете сейчас уровни очень сложно набираются, долго надо делать что-то. То есть не так, как в третьей батле ты там убил 5 человек сразу же, да, в начале. У тебя раз, сразу второй уровень. Здесь нафига. Ты, подумай. Кстати, мертвый, Лень. Я, да, я умер, да. Да. Только что застрелили. Иди в комменты. Вот захожу. Еще тут добавили такую фишку, что рандом в каких-то местах может лежать ящики, а в этих ящиках... Да, оружие. Хорошая такой, идея. Я даже вот на это не натыкался. Вот это тоже немножко так кодоподобно, но при этом ничего плохого вроде не делается. Ну, это понятно, зачем сделали. Например, на крыше С лежит стингер. Это очень хорошее, правильное решение, потому что два вертолета обычно утюжат крышу, и так как паблики кромешные вокруг, очень часто долго ждать, пока появится какой-нибудь инженер, тем более с нужным гранатометом, с нужным стингером, придет. Ну что, я отвечу тут, позадаю вопрос, отвечу. Да, уже много, да. Давай. Ну, значит, первое, ребят, вопрос, у вас, у кого-нибудь были проблемы с зависанием при загрузке, говорят, такая проблема у многих. Ну, это нормально, это даже не проблема. Это в целом ничего такого, это у всех, по-моему, было, но вроде как первая такая апдейта исправила ситуацию. Вот, путник 777 поправляет нас и пишет, что у саппорта не отняли C4, оно в полной версии будет. А, это меня не может не радовать. Вот. Потрясающе. Ну, причем, ну, его проплюсили, видимо, это правда. Ну вот, как падает небоскреб, нужно вниз пострелять или оно само... Ну, это мы уже поняли, да. А я не понял, а в чем смысл убирать тогда у Рекона и возвращать саппорт? Чтобы у всех было C4 вообще. Ну, возможно, у Рекона отберут. Может быть, фидбэк был от юзеров. Да, какой смысл был делать на бетку вообще? Странно как-то. Ну, в общем, вот. Человеку с ником Хамак... Хакер, который вот задал вопрос про колонны, Костя, собственно, отвечал. Там 4 или 5 колонн, которые можно взорвать из РПГ или С4.
с помощью C4, соответственно, он падает. Это не так, как антенна на карте Battlefield 3. Она там в конце сама падает, здесь другое. По-другому, ну, по сути, вроде ничего не меняется, только что если раньше точка С была сверху, здесь... Да, теперь она внизу среди развалин. То есть вообще ничего геймплейно не поменяется. Ну, геймплейно меняется, во-первых, погодные условия, во-вторых, снизу точку С контролить сложнее. Собственно, опять же, вопрос от того же человека, и опять на этот вопрос мы, в принципе, ответили, что то, что разрушаемость нифига не полная, и это очень-очень жаль. Да. Ну, там про разрушаемость. Ну, добавили вот этой разрушаемости HD, ну, типа, можно там столики на 25 частей в кафе сломать. Но это явно не то, чего хотелось бы. Сделай игру потише, скайп погромче пишет. Потише. Нет, да, да, да. Понятно. Ну, не знаю, вот у меня вроде все хорошо, бегаю, стреляю. У меня сейчас стоит настройки средние между этим. Между максимум и... Ну, между средним и максимумом. Угу. Вот, почему-то... Вот сейчас смотрю на Костю, мы играем за китайцев. Какой-то китаец, негр, что ли. Ну, он просто грязный, это же грязный китаец. Он только с завода пришел, его сразу на войну отправили. Ух ты, я вот бинокль сейчас заюзал, прикольно. Ну, инфракрасник вроде. Да-да-да-да. Как бы я пока еще не понимаю, что с ним делать. Ну, наводишься как со фламом. А-а-а. То же самое. Вообще он подсказывает опять же, что джавелин есть, так что, может, я снова тут что-то путаю. Ну, я просто прочитал, что мне написали. Повелся. Как лох. Правильно, это правильно так и должно было быть. Кто там смотрит сейчас, не пугайтесь. Да, мне только что написали, что у тебя заглушка. Да, она была некоторое время. У меня спрашивают, будет ли стрим по доте обязательно. Сразу после батлы, конечно, сделаем доту. А, так мы все это время стримили заглушку, ну отлично. Нет, не совсем все, последние минут 5 где-то так. Ну, так надо было. Хорошо. Короче, Костя намного громче остальных. Вот так нам говорят. Я намного люди громче хотят с нами остальных поиграть. Ну, пусть хотят. А люди могут посмотреть на нас в режиме спектатор. Да, вот. Я не помню, вот, на каком сервере. Вот что еще добавили в BF4, это режим спектатор, и теперь можно фильммейкерам делать интересные футажи и так далее. Да, они вроде раньше ничего делали так. Ну, раньше было очень трудно. Да, теперь будет проще. Да. Правда, камеру нельзя крутить и интерфейс убирать, но я думаю, консоли потом можно будет исправить. Угу. Что там нам еще пишет что-нибудь? Сколько у нас зрителей, кстати? Да ты спалил скайпы все равно. И да, я знаю. Ничего уже скрывать. Вот. Не знаю сколько, потому что с iPad стрим нельзя включить. Ща гляну. А игру сворачивать я не рискую. 1145 человек нам сейчас смотрит. Идиот. Что? Я что, слышать сказал? Все, у меня крашнулась игра. Вот это тебе за идиотов. Я понял. Все, да. Сейчас скайп отвалит, скорее всего. У меня, по-моему, этот сейчас будет. Псот? Бдос. Бдос. Псот. Псот. Бдос. Наши уже, судя по карте, прилетели на С. Сейчас тут и дом уже упал, да? Жестокая война. Да, все, у меня все зависит, короче. Отлично. А еще здесь выкладка не сохраняется, если вы играли за... Подсказываешь, что ты 30 минут заглушку стримил где? Нет, этого не может быть. Надеюсь. А ну, может и может. Да, все, Battlefield Beta Crash. Bandicoot. Все нормально. Все отлично. И вот так-то разворачивается война за небоскребы. Люди просто стоят у лифтов и убивают всех. Меня что-то шваркает в убогом Ориджине. Как я его ненавижу. Шваркает? Да.
Все, ломают дом. Ой, нет, ой, нет. Ой, бежать, ой, бежать. Да, ой, надо бежать. Валить. Ну да, первые две минуты будут стать из того, что все будет дом этот рушить, чтобы... Ой, дом падает. Ну и как бы все, на этом фишка дома заканчивается, вот он через две минуты рушится, у меня он, кстати, застыл. Сейчас забавно. И все, все, дома нет. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, да, все, нормально. Ну и как говорил, когда ты с крыши наблюдаешь какой-нибудь, как ну, дом да, рушится, это очень грустное зрелище. Просто дом проваливается и появляются другие объекты, и как-то очень-очень грустно. Кость, ты сервер сменил? Нет, я ничего не менял. Навелся на какой-то сквад танк. Какой? Сквад? Ну не знаю, посмотри там. Ну, у нас а, у нас фулл сквад. Да. Ну вы выкинь кого-нибудь. Сейчас мы выкинуть не можем, мы сделаем. Как другой. Не можете? В третьей батле можем его выкинуть, здесь нельзя? Ну сквад лидер может. У нас этот фуфушка точно. За нас играет, и он смотрит. Давайте. И фуфушка сейчас он написать, наверное. Да плевать, пойдем, да идемте в Фокстрот. Все, Фокстрот. А, так, как ну или давайте, create squad, короче, у нас теперь Браво, давайте все в Браво. Так, а я не понял, а как тут вообще это? Escape, Switch, Team, или как там это называется? Team Setup слева. И там сквад. Так, а какой сквад? Браво. Браво. Фуфлыжник с нами. Фуфышка, фуфлыжник. Я правильно понимаю, Кость, что ты сейчас... Team Leader, сквад лидер, да. Да, я на D приказал нам всем двигаться. Сейчас я как раз разворачиваюсь туда. У меня что-то крутится перед носом и из-за этого лагает. Кто-то там да, уже... спикер жжет. Голоса. Стреляйте справа по борту. Так, время вываливаться. Вот тоже не особо понимаю, зачем здесь лодка это нужна, что она может... Лодка, зачем? Она против танков неплоха. Да, но если их не три. Да. Вот да, вот как сейчас будет. Да, да, да. Просто они втроем так выехали, как-то я даже не знал чем. А чё, дом-то уже все, да? Да, да. Да, давно. Его, его сразу сломали, он там постоял минутку. Ну, интересно, зачем? Да, его сразу сломали. Ух ты. Что? Кто-то какой-то сраный чат, да. Не надо так делать. А то нам придется искать, как выключать это говно. Или вас выключу. Говно. Костя, вот ты поиграл на Игромире немножко в BF4 на Xbox. Может, что-нибудь скажешь про это? Ну, мне было немножечко даже удобно на боксовом паде. Я умер не так быстро, как умер на PS3, когда однажды попытался поиграть. На PS3? На PS3. А, окей. Так, здесь уже... Пока мы ехали, все у точки уже сюда. У кого C4, отреспитесь во мне. Здесь куча танков вражеских, все такое. Вы бы мне помогли ни сильно. Ни у кого. Я уже не рекон. А, я просто медик, как бы странно, ничего делать не могу с этим. Пойду на Е. Стараюсь, точнее. Ой-ой-ой, меня нашли. Пора бежать. Не спас тебя C4? А у меня его нет. У тебя его нет. Ай! Ай! Езжай лифт! Ого! Перегородки да, поставили, да. Как больше докси. Аптечка в лифте в пол проваливается, к слову. Это нормально. Ну да, пока да. Все, у них на крыше над точкой куча народа, они меня разорвали. Над точкой... G. Над точкой G. Да. Б у нас снимают. Я классную войну, короче, посереть воды где-то вот прям. Две точки синие, оранжевые. Видимо, они на пистолетах. Мы же забыли сказать про самое главное нововведение. Пистолеты в воде? И им даже нырять можно. Нырять можно, да. И теперь вы не беспомощный кусок дерьма в воде. Вы можете достать пистолет и убить там всех вообще даже. Из воды с берега. В тех, кто на берегу даже можно пострелять. Вот что самое главное теперь в Battlefield. Это как
когда в Сан-Андреасе чувак плавать не там учился. Снизу на сошках чувак держит Type 88 слева от тебя. От меня? От тебя, от тебя. Я на Б сижу, я не вижу никого. Ну вот он здесь. Ну, вон, ну вон, 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 вон. А как что делаете? Стреляйте, по мне стреляете, идиоты. Ты чё, тупой что ли? Вон, обернись. Нет тут никого, он мёртвый, там лежит аж два года. Двое там мёртвых, их убили только что. Да? А, у меня один вот лежит, я его видел до этого. Он, значит, в труп, наверное, лёг или ещё куда-то. Всё? Мы вмонтировали тебе труп в труп. Окей. А ещё тут новые карты и... Не знаю, как мне стало... В смысле, карта респауна, когда тебя убивают, ты можешь выбрать точку и оценить удобнее. Удобность, всё, да. Мне, кстати, вот это понравилось. Да. Это, по-моему, второе хорошее нововведение после того, что можно стрелять в воде. Ну, кстати, сама вода такая какая-то кисельная стала, но... Не знаю, вроде норм, когда плавать. Да, водичка норм. Водичка, не-не, она норм, но просто, когда там плаваешь, когда там на каком-нибудь судне, она такая кисельная какая-то. Так они же волны вроде как сделали, там шторм, да, есть какая-то радость потом. Угу. Вот, ну, видимо, физику сложно прикрутить к водичке из Battlefield 3, учитывая, что она просто картинкой, текстурками наложенными друг на друга там шевелится. Ой, блин, ноги сломал. Да, кстати, есть такой классный способ умереть, почти как в GTA 5. Перепрыгиваешь через заборчик, например, и ломаешь ноги насмерть. Мне очень понравилось. Я пару раз уже так сделал. Ну, эта фишка крутая была еще в Battlefield 3. Да, только там можно лапками. Ой, сзади, 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 сзади. А еще теперь нельзя сквозь стены ложиться почти. То есть он пытается выползти из них, если ты. Да, это хорошо, что пофиксили. А и мне не нравится. Это же самое. То есть ты был мерзкой крысой, да, которая да, вот. Да, конечно. Тусила. Я как раз один из таких вот. Когда ты можешь снайпером лечь, там, например, в кран. Просто полностью. Ой, нас всех убьют здесь, все, нас всех здесь убили. Я снайпер вот хэдшот сделал мне, и мне как-то грустно стало и одиноко. Че за херня? 10 минут у нас осталось, Лёнь, воткнись еще раз в комментарии. Сейчас, секундочку, подожди, я пока его убиваю. То есть ты полчаса стримил заглушку и в итоге нормально, да? Ну нормально. Да, стрим у нас сегодня будет короткий, да, лучше дождемся релиза и тогда поиграем заново, уже, не знаю, с оптимизацией хорошей на... С оптимизмом! Да и с оптимизмом. Кто у нас там на вертолете? Высадитесь на крышу, прям на самую большую. На самую большую. Спасибо за ориентир. Ну, на Г, на Д, на Д. Там куча народа. Игорь смотрит в небо. А, ты снайпер. Я там снайперы стреляю, слежу. Что-то они офигели. Да, меня наказали. Да, меня тоже. А я смотрю, у них там как минимум 6 снайперов на крыше. Очень ну это да, да, классная игра. Сидеть по крышам и струлять. Пишет, да, да. Что-то, что... Что на двухъядерных процессах игра не работает, почему она должна работать? Может и не работает. Ну, не работает, не работает. Короче. А может быть, потому что бетка и... не знаю... Ей не положено работать. Да. Но кстати, нас тут спрашивают про Игромир уже. Как нам Игромир? Все, он закончился. Ну да, ну. Люди интересуются. Че, как там вообще? Вау. Ой, нас расстреляли. Ну, Игромир, тёлки, игры. Да. PS4, Xbox One. Короче, Игромир мы перестали удивляться еще 5 лет назад. Да. Старые мы стали для этого дерьма. Не, будет много статей, будет репортаж, все будет хорошо. Ну, в этом держите году стал больше, лучше для прессы. Для простых смертных, мне кажется, это была полная жопа. Потому что я видел, что было. В субботу утром, например, это люди плакали и рыдали. Да, сегодня еще хуже было. Да? Ага. Прекрасно. А ты что, сегодня ездил? Нет, я видел фото. Фотки были. И видео всякие. Ты смотрел сейчас в стену зачем-то. Я приказал нам атаковать Д. Мне дали квест Доктек просто. Я, наверное, что-то сделал очень важное. Выполнил квест. Отлично.
А где же эпический маунт? Или... Я так надеялся, что здесь будет катерок. Значит, его здесь... Какой-то чувак вот за нами гоняется на машине. Как маньяк с топором. На Игромире, кстати, за нас тоже там чувак за нами гонялся постоянно. Да, и мы его нашли. Все нормально. Он его отпустила. Я его отпустил. Пофоткались и отпустили. Справа танк. Здесь, кстати, у танка теперь огромный клиренс такой. Можно под него стрелять, под ним стрелять прям люто. То есть, если раньше можно, ну, даже если пытаться стрельнуть под танк, то не получалось, а сейчас прям легко и просто можно. Очень. А воздух здесь кончается под водой? А ты под водой не можешь полностью все время находиться. Ну, воздух кончается, ты Ctrl зажимаешь и под водой плывешь. Он, короче, не знаю, он умирает. Знаешь, кончается воздух. Правда, шкалу я не нашел. Он просто подыхает. Просто кончается. Слушай, она, наверное, вместо здоровья там отмечена. Сейчас проверю. Сейчас, ну, я как раз у воды просто сейчас нырну рожей в пол. Ну да, индикатора нет никакого. Индикатора я не вижу. Вот я под водой лежу сейчас. А, вообще, вот я начал подыхать. Блоди скрин. Ну да, и следующая война после того здания, очевидно, за крышу, где там Игорь бодался со снайперами. И с нее все крутятся. Короче, на самом деле вода не хилая. Е у нас забирают. Даже гранату из воды можно кинуть теперь. Я вот в воде сейчас с пистолетом тусуюсь прям... Очень хорошо, я уже пару человек убил. Хорошо. Вот я вижу на карте, что на крыше наш вертолет. И я даже подозреваю, кто туда этот вертолет на крышу загнал. И кто же? Ну, реконы всякие. А, ну реконы, да, это их любимое занятие. Взять вертолет, высадиться куда-нибудь и оставить его. Да, чтобы он... Не доставайся же ты никому. Да. Человек с ником Work. Какие-то вбрасывает, короче, фразы, типа, если выполнять задание сквад-лидера, то получаешь больше опыта и очков перков. Да. Не знаю, к чему, в третьем было то же самое. Потом, а еще теперь вертолет нельзя сбить с одного стингера, но может с одного РПГ. То же самое было в Battlefield 3, потому что с одного стингера вертолет там 100 лет как не сбивается никакой. Он полностью, ну, он гореть начинает, короче, его коренит, падает, но ты свободно успеешь выпрыгнуть. А с РПГ он точно так же сбивался, то есть все нормально, все то же самое, это ничего не поменялось. Поэтому не понимаю, как бы, восторга там или чего-то по этому поводу. Ну да, вот сейчас... в этом плане вообще ничего не поменялось, так что чего ж. Только не понял, а тут какие-то аватарки появились всякие, их можно где-то создавать или что? Аватарки? А, здесь можно наклейку на оружие, как Call of Duty наклеить. Супер, и, просто. По-моему, да... О, отлично, передо мной сейчас человек, который по пояс в текстуре земли, вот он сейчас плывет с пистолетом. Те, кто смотрит стрим, им наверняка весело. Они видят, да, это радость? Да, да. Ну, отлично. Меня танк сейчас раздраконит, все. Меня засыпало кусками. Ну вот, короче, вот карта... Много небоскребов, где могут быть реконы, но только одно здание можно разрушить, чтобы оно упало. Это как-то грустно очень. Ну, а тут попытались пофиксить реконов тем, что типа здания стали выше, и с них сложнее стрелять, но мне кажется, это мало кого сильно расстроит. Ну да, сейчас у реконов этот оптика с 8-кратным увеличением. А с релиза будет 16-кратно, так что я думаю, всем потом будет очень плохо. Почему? Я всегда с 12-кратно играю. Вообще всегда, на любой карте. Я целюсь в шнурки. Ну, в шнурки. Да. Там еще куда-нибудь. В глаз там. В общем. Не, ну ты же понимаешь, что 16-кратно. Я понимаю, что это еще хуже. Да, я знаю, знаю. Вот мы сейчас прилетели на крышу. Да, но я почти смог. Блин, я упал. Паровозик, который почти смог. Нормально, нормально, все, мы все здесь. Причем я кого-то задавил даже. Ну, то есть, пока мы падали. Бедняга. Вылезай скорее, вылезай, я тебя починю. А, во, вижу, теперь раньше крыша была вражеская, напротив, теперь она наша, там,
5 реконов находится, все нормально. А, вот еще одно нововведение, которое есть в BF4. А теперь можно из-за угла смотреть. Ой-ой-ой, контратака. Да ладно. Нет, да, я не смог сделать контратаку. К любому объекту подходишь, и можно из-за угла смотреть. Ну, супер просто. Сам персонаж, он так под углом начинает стоять, и ты правую кнопку мышкой нажимаешь, и уже там двигаешь, как хочешь. Меня кто-то выжигает. Как ты корчишься? У меня лицо горит, кажется. Лицо горит? Где, в стриме или... Он сидит, у него сейчас горит лицо. Он жжет мою пушку зачем-то, я вижу огонек у себя на носу. Сейчас я вижу, как вы развлекаетесь прямо сейчас. Я в глаза ему стреляю, он меня выжигает. Нормально. Класс. Супер. Так, прекрасный тектоник. Все, ну и на этой прекрасной ноте мы потихоньку заканчиваем, потому что 21.00, плеер уже пропал. И я сейчас, наверное, судьбоносно разобьюсь в лепешку, прыгнув в сознание. Я тоже так сделал, но не смог не раскрыть парашют в итоге, потому что, ну... Все, я разбился в лепешку. Это был лучший стрим, мне кажется, вообще, который я можно сделать, да. Вот такая она, бета Battlefield 4, игра, говно, надеюсь... Будет получше, когда игра выйдет. Надеюсь, с вами был StopGame.ru. Да, Леонид Давыдов, Игорь Суров, все, прощай.